беспроводной игровой манипулятор для начинающих геймеров. Перед нами игровая беспроводная мышь Logitech G305 Lightspeed. Помимо мыши в комплект входит приемопередатчик, USB-удлинитель для подключения приемника, одна мизинчиковая батарейка и инструкция. Манипулятор обладает простой, обтекаемой и симметричной формой. Однако мышь предназначена в первую очередь для правшей, о чем говорят две дополнительные кнопки, вынесенные под большой палец правой руки. Размер манипулятора средний, а корпус выполнен из гладкого матового пластика. Устройство ввода предлагается в стандартной пятикнопочной компоновке. Сверху колесико прокрутки с рельефным покрытием, переключатель режимов чувствительности и светодиодный индикатор активности. Две дополнительные узкие кнопки расположены с левого бока. Их можно настроить по своему усмотрению с помощью софта производителя. На тыльной стороне разместились 4 тефлоновые ножки, прорезиненная накладка вокруг оптического сенсора и выключатель питания. В качестве аппаратной начинки используется топовый оптический сенсор HiRA с чувствительностью в 12 тысяч точек на дюйм, а время отклика не превышает миллисекунды. С такой мышкой комфортно играть даже на экранах с разрешением 4К. Манипулятор работает исключительно в беспроводном режиме и подключается к компьютеру по радиоканалу через комплектный приемник. Для удобства в комплекте идет удлинитель, на тот случай, если системный блок установлен под столом. Работает мышка от мизинчиковой батарейки. По заверениям производителя, ее заряда хватает на 250 часов непрерывной работы. Подведем итог. Logitech G305 Lightspeed – отличный манипулятор для начинающих геймеров и игроков со стажем. К достоинствам можно отнести мощный оптический сенсор, сбалансированный корпус и стабильную беспроводную связь.